огонь, жар или даже страсть поздней любви. Именно так можно перевести бурятское название пьесы «Земля Эльзы». Орейтагандурне охин. Это история о двух пожилых людях, которым уже за 70, которые только сейчас нашли друг друга. Хотя спектакль полностью на бурятском языке, здесь достаточно грустных и веселых моментов, понятных каждому. Вспыхнувшие чувства сталкиваются с непониманием, насмешками и даже агрессией со стороны не только односельчан. Главных героев не понимают даже собственные дети. Они не понимают, что пожилые тоже имеют право на счастье, на любовь, на какую-то хотя бы ненадолго, но жизнь хоть и маленькая, хоть год-два, но мой. И здесь как раз вот идет борьба поколений. Вот мы специально пришли посмотреть именно на наших артистов, на Илбону, на Егора, на Дугара. Вот. Это же воплощение того нашего, той нашей молодости, допустим. Да, и вот они воплощают чаяние женщины. Спектакль поставлен литовским режиссером Тадасом Монтримасом и художником из Москвы Кристиной Войцеховской. Историей поздней любви можно насладиться еще завтра в Театре бурятской драмы. С одном Ирдынеев, Сергей Костенко, новости дня.